Добрый вечер, вечер добрый. Меня зовут Нашмердин Марков Кавкав и шоу «Вечерочек у Нашмердина». Сегодня юбилейный, 45-й выпуск. 45! Баба Ягодка опять. У нас в гостях хореограф, балетмейстер, парикмахер, постановщик, руководитель ансамбля «Танцы Казань», народная артистка Республики Татарстан – Чулпан Ренатовна. Добрый вечер, Чулпан. Вечер добрый. Сегодня у вас юбилей. Вам 45 лет. Каждый раз об этом напоминают. Я сама пытаюсь об этом помнить. Вот вы руководитель. Получается ли у вас держать дистанцию со своими коллегами? Все близко, оголено, не всегда получается. Тем более, что первое поколение, которое вот только-только выросло, сформировалось, и вот в эти года вот начинает уходить на пенсию, это поколение моих ровесников, с которым мы вместе поднимались, вместе танцевали. И, конечно же, у меня есть среди них друзья, подруги, это неизбежно. Мы уже стали некой частью некой семьи, по-другому не скажешь. Скажешь. Ну да-да, по-другому не скажешь. Чулпан Ренатовна, по вам видно, что вы амбициозный человек. Знаете, амбиция вещь хорошая, она обязательно должна присутствовать, тем более у людей, которые пытаются что-то сделать, что-то крупное. Но всегда есть ощущение, что я могла бы больше. И вот, наверное, с этой точки зрения я считаю своим недостатком, своим минусом, свою лень. Если бы мне позволяло мое... еще больше усердия над своим характером, наверное, я вставала бы в 4 утра. Ну да-да, так бы вы точно все успевали. Чулпан Ренатовна, бытует мнение, что ансамбль работает без выходных. Как они умудряются восстанавливать свои силы? Ну, есть выспаться до 10 утра. Вы думаете, этого недостаточно? А довольны ли вы нынешним составом ансамбля? Я недавно очень сильно обрадовалась одному открытию в своей жизни. Мне очень сильно везет на хороших людей. Мы просто пчелы. На все готовы. В чем же тебе должно в жизни в чем-то повезти? И вдруг меня прямо осенило. Я начала анализировать, какие люди, кто был вообще рядом. Это люди искренние, это люди преданные, в первую очередь. Не продажные нисколько, не двуличные. И меня аж прямо вот сейчас даже муражит от этого состояния. Я неимоверно счастлива этим. Ух, меня аж тоже отмуражило немного. В последние годы у вас было поставлено очень много разнообразных шоу, проектов. И с вами тесно работал Валерий Архипов. Давайте спросим, понравилось ли ему работать с вами? И сходится ли ваше мнение об ансамбле? Когда люди работают и работают с большой отдачей и... Мы просто пчелы! На все готовы! Ну, можно поблагодарить судьбу, что такой коллектив попал, где люди что-то хотят, а сами не знают чего. В данную ситуацию Чулпан абсолютно четко знает, что она хочет. И это приятно, и это понимаешь, что ты попал в коллектив профессионалов. Валера, спасибо. Тебе шоу. Когда у вас происходит процесс репетиции и делаете замечания артистам, что нужно учесть в критике? Самое главное человека не унизить, не задеть. А что вырывается в процессе, это же кухня. Это кухня, нормальная кухня хореографии. Мы сегодня будем готовить самое настоящее национальное блюдо. Это плов танцевальный. Плов, наверное, был вкусненький. Была жалоба, что вы кидаетесь обидными фразочками. Спасибо, скажите, что я стульями не швыряюсь. Понял. А как артистам не выносить свои переживания на сцену? Это надо в себе давить, взращивать эмоциональное состояние. И как их зарядить некой энергетикой? И тем, что наш коллектив отличается энергетическим состоянием, это я,
я этим очень сильно горжусь, и я это всегда превалирую и позиционирую в артистах. Для меня ценен не тот, у которого шаг 180 и шикарный подъем и рост. Для меня важен энергетический артист в душе. Я зарядился вашей энергетикой, спасибо. Чувствуется большое театральное и актерское начало. Я думаю, оно вам помогает. Оно мне очень сильно и всю жизнь помогает. Наверное, это некий отпечаток даже формирования творчества нашего коллектива. Я очень позиционирую, превалирую этот момент. Очень люблю содержательные танцы с историей, со смыслом. И всегда ребят в первую очередь тяну на актерскую выразительность, на игровые моменты. Мне это очень нравится. Я их заставляю и петь, и говорить, и кувыркаться. Все, что в драмтеатре используется, это оживляет. Я вот возвращаюсь к слову об энергетике, mm-hmm. об некой актерской составляющей. Это все очень оживляет. Появляются живые эмоции. Уходит вот это вот некое физкультурное, сухое исполнение движений и начинает проявляться нутро. Здорово. Все понятно? Давайте закончим эту передачу. И завершающий вопрос. Что же самое главное для артиста? Глаза, глаза. Артист — это глаза. Я всегда это буду утверждать. Умираю, черные глаза. Я только к тебе мечтаю. Черные глаза. Самые прекрасные. Черные глаза. Черные глаза. Я хочу танцевать. Черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные, черные глаза. Черные глаза, черные глаза, черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные, черные глаза. Черные глаза, черные глаза.
мамма мия, does it show again?